Один щелчок спасет жизнь. На территории Московской области проходит масштабный проект. Он направлен на привлечение внимания людей к основным факторам риска в дорожном движении. В рамках социальной кампании сотрудники Люберецкой ГИБДД провели профилактический рейд. Они информировали водителей и пассажиров о важности использования ремней безопасности и детских кресел. Тем, кто пренебрегает правилами дорожного движения, грозит штраф. Нарушение правил дорожного движения, пункт правил 2.1.2, правил дорожного движения, статья 12.6 Кодекса административных правонарушений. Штраф в размере 1000 рублей. Перевозит ребенка без специально удерживающего устройства. Статья 12.23, часть 3, пункт правил 22.9, правил дорожного движения, штраф 3000 рублей. В прошлом году сотрудники госавтоинспекции Московской области выявили более 100 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров. Большинство аварий, при которых участники дорожного движения не использовали ремень безопасности, имеют печальные последствия. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.